Так, ребят, что, всем привет! Вы на канале «Рыбалка в наше время». Меня зовут Вячеслав. Сегодня поедем окуня поищем. Вон Михалыч сегодня с нами. Леха! Поехали в кафе «Шалаш», поставляемся, как всегда. И поедем сейчас искать. Все, дингаря завели. Сейчас собираемся, едем. Ребят, приехали с такое место. Тут, короче, вон что-то полавливает. Столько снегоходов больших. И мой такой маленький стоит. Вон они ловят здесь. Все сюда приезжайте. Все. Здесь крупный окунь. 400-500. Все сюда. Все сюда. Леха, стой. Ну-ка покажи, какую поставил. Ну покажи, что ты. Сначала поймаю. Блин, секрет вот так еще не скажет. Я видел, ребят, у него там она это. На цепочке крючок. Это, скорее всего, салма. Да, Леха? Посмотрим сейчас, что поймает. По пассивной рыбе, правильно, надо с цепочкой. Ребят, поменял блесну, короче. Поставил вот такую блесенку. О, легендочка. И поймал несколько окушков сразу. С одной лунки, вот таких. Ну такие зимний размерчик. Так что вот, легенда рулит. Леха рядом стоит, у него вообще ноль на балансе. Сейчас еще будем пробовать. Леха там поймал окуня большого. Я решил поставить палатку. Сейчас приготовим кашу, горяченького перекусим. Что-то есть захотелось. Мелочь клюет, это снимать даже нечего. Лехе он один попался такой, более-менее. Может попозже поклюет. На улице снег пошел очень сильно, смотрите. Вообще. Сильнейший снегопад. А мы в палаточке сидим. А ложка-то где? Вон. Вон. Я это нашел. Че у тебя еще там? Доставай давай. Вот так вот, ребята, и живем. Да, Леха? Да. Кто говорит, что жизнь-то тяжела? А ничего так. Там видишь, это полера, блядь. Так, конечно, если Дима, блядь. Короче, ребят, все собрал. 5 секунд и готово. Дальше рыбачим. Может еще что-то найдем, но погода вообще поменялась. Такой снег хреначит. Вообще. Вроде рядом, да, тут чуть-чуть. И уже. О!
шуга такая, невозможно пробить. Весь экран черный. Опа! Маленький. А то шуга там не пролезет. Долбанул его, блин, об лёд. Сейчас меня, блин, обосрут всяко. Слышишь, что я окуня говорю, бэм-блунг. Сейчас, говорю, меня всяко обосрут, пацаны-то. Что я так с рыбой обращаюсь. Там шуга в лунке, ребята, он не может пройти. О! Бля. Вот, ребята, легенда. Чё творит легенда? Главное, не китайскую легенду покупай, а настоящую, которая стоит. Сколько она, Лёха? 600? Я не пользуюсь легендами. У меня есть две, но судака большие. Ну и зря. Очень хорошо на нее клюет. Лови давай. Так, ставлю. Не клюет, не клюет, снегом все замело нафиг, буря, пурга снежная. Поедем мы домой, ребят, наверное. Ну не сейчас, чуть попозже будем собираться потихоньку. Так, поймали немножко. Я из одной дыры только поймал, там, где ловил, и там вообще мелкий окунь. Этот вот штучек 5 тут. Штучек 5 тут лежит, я их заберу. И то они не сказать, что крупные. Вот такая вот рыбалка. Опять. Ну и что за то, блин? Вообще сегодня денек такой классный. Тепло, блин. Все, доехали отлично нас. Дингарик привез, блин. Все, это. Пообедали так классно. Горячий обед был. Все нормально. Встретили ребят знакомых, пообщались. Вот такие дела. Ну ладно, подписывайтесь на канал, ребят. Ставьте лайки или дизлайки. Пишите комментарии. Встретимся на водоеме. Пока!